Боярышник убивает. В Запорожье излюбленное зелье неблагополучных слоев населения унесло жизнь запорожанки. Обстоятельства происшествия далее в сюжете. Бульвар Центральный, трамвайная остановка. Здесь часто собирается местный бомонд из алко- и наркозависимых лиц. Отовариваются боярышником в местной аптеке. И, обессиленные тяжестью житейских будней, на ночлег остаются на лавочке у остановки, говорят люди. Это ужас. Это ужасная остановка. Здесь невозможно спать. Ежедневно, каждую ночь. Я лично вызывала милицию. Не однажды. Они тут просто развлекаются. Ночи это у них тут развлечение. Я не знаю. И зимой, и летом это вообще. В нашем доме две точки поставили спиртные напитки, продают. Две точки в одном доме. У нас писают они возле подъездов. И никто ничего не делает. Очередной прием излюбленного зелья отправил 40-летнюю женщину прямо на тот свет. Ее тело без признаков жизни обнаружили на скамейке среди бела дня. Я не удивлена, потому что, вы понимаете, тут же ж аптека рядом, и она, так сказать, круглосуточная, и этот боярышник постоянно. Поэтому они тут и тусуются. Тут остановка просто вот тусовкой. Рядом боярышник, выпили и пошли. Официальное заключение специалистов только подтвердило предварительные версии. Согласно судмедэкспертизе, в крови женщины обнаружено большое количество спиртовой настойки боярышника. Учитывая ее серьезные проблемы с печенью, это и привело к летальному исходу.